ремонте вот такая микроволновая печь LG, модель MS1929W. Значит, работает, но хозяин говорит, когда включаешь, начинает искрить. Обычно искрит вот отсюда, тут видны следы искрения, пропалы такие. Скорее всего, нужно поменять колпачок на магнетроне. Разбираем и будем смотреть. Чтобы разобрать, откручиваем винты со всех сторон. И снимаем крышку. По бокам и сзади. Пуховина. И сзади. Тут и тут. Откручиваем и снимаем крышку. Крышку сняли. Откручиваем магнетрон. Вот там вот 4. Открутили магнетрон, эти болты вынимаем и смотрим, прогорел колпачок в бок и начинает стравливать искры в бок. Снимаем колпачок и меняем. Колпачок снимается тяжело, плоскогубцами расшатываем в стороны, туда-сюда, туда-сюда, и он потихонечку подается. Все снимаем и подбираем. Они бывают разного диаметра и разной формы. Желательно подобрать похожие. Бывают немножко длиннее. Если длиннее, то есть смысл его немножко спилить, для того, чтобы был все-таки по форме ближе к родному. Подбираем. На что хотел обратить ваше внимание, что есть вот такая накладка внутри, и тут видно даже следы от прогораний. Их нужно убрать. Ну и следы такие же прогораний под этой накладкой. Она отсюда не снимается. Снимается она вот отсюда. Здесь есть такие фиксаторы. Вот здесь вот язычок немножко нужно подогнуть, ну, нажать язычок, и он туда проваливается. И что нужно сделать? Провалить туда, собственно, и достать эту накладку и вытереть. Потому что вот по угольному следу может прошиваться и в дальнейшем. Все спиртиком хорошо вычистить, в том числе и здесь внутри, понаружи. Все это хорошо нужно вымыть для того, чтобы не повторились искрения. Ну и уже заказал я колпачок на магнетрон. Стоит он 50 центов. Придет, поставим и вперед, будет работать. Был куплен колпачок. На эту модель колпачок диаметром 15 мм. Бывает 14,5, бывает 15. Здесь 15 с маленькой дырочкой. Дырочка 2,8 мм. Ну, как раз он сюда подходит. Просто набираете колпачок для магнетрона LG, и он вот такой 15-миллиметровый колпачок удается. Все, теперь для надежности можно немножко подсыпать, и все, ставим на место, прикручиваем на место и будем пробовать. Но перед началом, как я говорил, нужно вычистить здесь и то место, где искрило, где остались прогары, жир. Нужно все сделать, чтобы было чисто. Можно сделать это спиртом или, допустим, сначала моющим средством, спиртом, растворителем, но хорошо вычистить.
приступаем к сборке в обратной последовательности. Так, смотрим, чем все закончилось. Здесь я еще внутри немного подкрасил лаком. Был такое прожженное место одно без лака, уже немного его подкрасил лаком белым. Ну и включаем. Розетку уже включил. Все работает. Крышку я поставил, но еще не закрутил. Но это уже не проблема. Вопросов не возникают. Микроволновка работает. И сегодня отправится своему хозяину. Подписывайтесь на канал. Ремонт бытовой техники такой и очень-очень-очень разный. Изготовление нужных вещей для дома и для интерьера. Все это сможете увидеть на моем канале. Увидимся на канале.